Всем привет! Выехал на реку Южный Буг. Сегодня хочу половить сома. Рядышком возле меня находится старая мельница. На реке Южный Буг есть небольшое село под названием Соломия. Назвали его в честь дочери князя Потоцкого, основателя Софиевского парка в Умани. Соломию, дочь князя, очень не любила мачеха София. А девушка еще и была влюблена в проектировщика парка, капитана Людвига Марцеля, талантливого, но жестокого человека. Станислав Потоцкий не знал, что делать с 16-летней девушкой, и отправил ее подальше от Умани. Соломия любила часто бывать возле этой мельницы. Эта мельница была построена в 18 веке и была не раз перестроена. Она до сих пор в рабочем состоянии, правда, от электротяги. Большинство моих рыбалок именно возле села Соломии. Здесь просто завораживающие виды. Камерой это не передать, надо только увидеть лично. Кто любит путешествовать, координаты старой мельницы оставлю в описании. Возле мельницы сильный перекат из гряды камней. У нас его называют бруяки. И с правой стороны такой же. А здесь получается такой затишок. Тут и буду ловить сома. Ловить сома, как обычно, я буду на медведку и выползка. Удилище у меня карповички с тестом 80-200 грамм. Ссылки на все снасти, которыми я буду рыбачить, оставлю в описании. Сегодня также тестирую доработанную снасть на сома. Буду проверять. Сделал скользящим грузом. Выползок свежий. Вчера ночью собирали после дождя. Сегодня уже первый день, когда дождь не идет. Постоянно лили. Так, ну, пока так хватит. Медведкой прикрываю жало. Так, теперь, чтобы это все забросить на дальнее расстояние и червь не разлетелся, я делаю следующее. Жареную макуху беру. У нас сомик любит запах жареной макухи. И ПВА пакеты для карповой рыбалки. Их также покупаю в Алиэкспрессе. Вот так до половины разрываю и ставлю наживку. Также можно и куриную, и свиную печень ставить. Свиная не такая нежная, как куриная.
Вот такой ужин сому. Повал пакет при попадании в воду в течение 30 секунд растворяется. Он полностью безопасен. Как несет. Нашел немного грузиков. Хоть немного угружу сигнализатор. О, так будет чуть получше. Кто тоже рыбачит на реке с быстрым течением, такой сигнализатор выручает. Можно угрузить, как вам надо. Вторая снасть у меня тоже скользящим грузом, но без красного ниппеля. Просто сделал такую петлю, чтобы можно было и ставить ординарник или тройник. Если рыбачить на куриную печень, то тройник. Сегодня я буду на выплоске в сочетании с медведкой. Эта комбинация пока лучше всего показала. По количеству поклевок. Крупный сом сейчас пока не клюет у нас. Или нерестится, или болеет после нереста. Но должен где-то начаться уже жор. После нерестовый. Ух, какая крупная медведка. Вторую удочку я буду бросать недалеко. Так сказать, прямо рядышком, возле берега. Метров 15-20. Здесь тоже включу бейтранер. Так, и есть у меня еще третья удочка. У тестя взял. Это моя старая Apache-навигатор. Я ему отдал. Было у меня две удочки, одна сломалась при забросе макушатника. Это еще цела. Поклевка. На правую удочку поклевка. Давай. Блин. Вот тебе и бейтранер. Была бы земля сухая, я бы еще землей попробовал. Шли дожди, сейчас все мокро.
подводный поплавок я смещу ближе к грузу. Чтобы ее на течении сильно накабутало. Вот так, готово. Так, наживка у нас не тронута. Удивительно. 2 дня назад я выезжал на эту же реку, половить Сома, чуть правее. Вот, просидел до 12 ночи, когда еще сильные ливни шли. О, поклевка. Рано. Вот я тоже. Сом даже не успел ничего содрать. Просто ведер. На чем я остановился? В общем, выезжал я пару дней назад, половить сомика чуть правее. Шли сильные ливни, было болото. Я все-таки сюда с горем пополам попал. Было тоже поклевок 5-7 примерно. Поклевка. Есть. Этот раз и есть. Мелочь клюнула. Сейчас фонарик возьму. И на этом месте мелочь клюет. Легкий дождик идет. Я уже место поменял. И тут мелочевка проклевывает. Вот такой малышек, божечки. Какой ты маленький. Еще я таких маленьких не ловил. Вот такой маленький сомик клюнул. Уплыл. Ох, поклевка какая. Давай. Давай. Есть что-то небольшое, а я уже дал на вторую удочку поклевку. Кто нас там взял? Сейчас фонарик возьму. Вот то кусается. Я говорю, непонятно, это молоть этого года или прошлого. И таких сомиков в этом году я отпустил уже больше десятка. Их просто тут море.
Отдай крючочек, пожалуйста. Так. Вот такой малыш. Я только заметил, посмотрите, как вода упала. Вода была возле тех стоек и почти на 3 метра отошла вода. Самик ушел. За полтора часа больше не было поклевок, все-таки падение воды сыграло плохую роль. В следующий раз я поеду на водохранилище, попробую половить сома возле затонувшей ивы. Надеюсь, видео понравилось. Оцените лайком или дизлайком. Спасибо за просмотр. Всем пока. Поехал я домой, а то уже 12 часов, и еще нужно по болоту добираться.